Путали. Соскочил. Ну вот же ведомость. Он, видишь, как подают. Заказчик на эмоциях, все в кучу сваливает. Дождь намочит, это плохо. Как я и предполагал. Пароизоляции нет. Карнизный свес отделали. Все было хорошо. И вот последние 3 года... Не пароизоляция. Что вы мне бетонные насосы начинаете? Когда проблемы с мансардной крышей? Вы в курсе, что происходит на объекте? У вас пароизоляцию... Вот лопнувшая. Есть ошибка, да. Я с этим не спорю. Это дело. А почему пароизоляцию вот ты сверху сделал? Это же парабарьер. Здрасте. Здоровый. А вы кто? Сосед? Я хозяин. А, хозяин. Привет, друзья. Сейчас я на выезде, на замере. Пригласили меня с коттеджного поселка, где я ранее делал крышу. Вот, видно, там требуется кровля, ремонт. Облетела черепица. Сейчас, соответственно, человек, который здесь сказал, что чуть задерживается на минут 15. Договаривались на встречу. Вот, ну и хорошо, я сейчас сделаю экскурсию. Пройду чуть дальше. Мы там делали 3 года назад. Тоже колоссальную работу. Квадратов 700 крыша. Комплексный ремонт. Вот, ну, собственно, те соседи и отрекомендовали нас, дали номер. Вот, и тоже заказчик этот говорит, мы все видели, как вы делали. Вот. Такой домик, я бы сказал, даже поболее будет. Поболее. Калитка открыта. А вот леса, что-то какие-то работы ведутся. Вон, лепнину там вокруг окон делают. Тут как бы процесс идет. А делал я вот крышу по соседству, вот эту. Она тоже просто... Это трехэтажный дом, а там одноэтажный. Но он дом большой. И 2 этажа на мансарде. Окон много. Значит... И, ну как елочки разрослись за 3 года. Ну тоже купола. Здесь 2 башни 6-гранные. Вот, арочные окна. Все, что есть. Арочных окон много. Вот. Тому соседу мы водостоки меняли и снегосдержание по кругу. Гвозди летят. Что, как гвозди? Из автомата, а конкретней, как из пистолета на самом деле. Вот эти заканчиваются. Только заказывали. Да, да, да. Это на гибкаре или на фанере, на листы ОСП? Это на гибкий. Это на гибкаре. А вот она на фанеру берем. Хотя вот эти подойдут и туда, и туда. 38-е. Да. Вот это мы забиваем листы ОСП, а это гибко. Берем оптом, ну разлетаются по объектам вмиг. А это что это у нас? А это 70-ку мы заберем. А, 70-ка. О, видишь, как подают. А что без формы? Я понял, у нас сейчас жара, да, плюс 35. Поэтому ребята перешли все на летний режим. И то футболки одеваю, чтобы не сгореть. А что черное саморезы? Черное саморезы, да? Нет, красили. Нет. Как красили. А, это вы красили? А. Ну тогда молодцы. А что вы корректоры, если карнизная планка все равно перекроет? Она ну, это перекроет нас... этот желоб, только он вот ложится на желоб. Ну правильно. Не будет видно его. Не будет видно. Как-нибудь. Не будет. Не будет ну, видно. Лучше постраховались, еще лучше. Не будет. Чтоб... Желоб здесь будет, а карнизная перекроет все эти места. Ну ладно. Бог с ним. Ну, капелька конденсата нет. Нет, он перекрывает. Вот он, закрот вот так. Ага. Хорошо, не, ребят, я же должен что-то. Так. Здорово. Здорово. Так. Это ребята поднимают. Листы ОСП. Видите, уже какой вес. И кровля уже и наша готова
нести нагрузку. А, вот здесь вы уже начали, да? Отлично. Отлично. Зазор даете, да? Но это надо сразу же ковром накрывать. В принципе, дождей пару дней нету. По погоде, да. Но желательно не доводить, что дождь намочит. Это плохо. Она набухнет. Но, в принципе, мы зазоры оставляем. Слушай, Вася, а что у тебя там коробки желтого цвета гвозди? Это золотистые. А это у нас предыдущие, по-моему, были. А, Паш. А, понял. Ладно, все. А какие лучше? Да хер их знает. Разницы нет? Я так просто, как поставщика. Те КНДР, блядь, китайские, эти могут быть наши. Все идут как оцинкованные. Да? Да. Все четкие. Разные производители. Да? Это 70-е. А что гвозди торчат? Что вы так? Нашиваться будет, там закроется все. Нашиваться? Широкая. Широкая лобовая. Да. Ну вы 90-ми, да, били? Ну да, меньше-то не было. Так как, а 70-ка? Нету. 70-ка. Как? У нас 70-ка есть. Там еще брусок впервые нашиваться будет. Вот сделали мы объемные. Видите? Карниз. Карнизный свес отделали. В рейку. Вот здесь скрытые крепления. И оставлен зазор. Видите, уже подшивная обрешетка. И оставлен зазор под софит. Металлический, да, софит будет? Еще не определился. Ну, здесь как бы вы сколько? Полтора-два оставляли. Два. Надо еще по что-то сейчас. Вот. И уже уклон водостоков сделан. Вот. И потом уже будет водосток, карнизная планка. Вот это все прикроется. Это анодированный саморез желтый. Закрашенный. Сделал развернутый замок. Вот клеймер для крепления. Он держит две стороны. Видите? Потом рейка одевается сверху. Вот такая. Вот и получается таким макаром. Вот и жестко. И как бы нет саморезов напрямую, нет всяких бликов. Вот. Крюки фрезеруем, утапливаем вровень. Так что стараемся. Все по нашему стандарту. Эх, жара у нас 30-градусная. Мы на Рублевке, горки 8. Вот, сейчас залезли на крышу. Кровля здесь делалась в 2005-м, это 17 лет. Тут до нас было уже специалистов куча. Просто человек уже все, от куча мнений. Он даже говорит, я вам ничего не буду говорить, вас, чтобы время не тратить. От нас хочет заключение. Вот, ну, единственное, сразу скажу, я снизу стояли, мы послушал, что... Крыша мансардная, здесь отопление, все есть, круглогодичное проживание. Но смотрите, как интересная штука, что меня зацепило. Человек говорит, в 2005 году делалась крыша, все было хорошо, и вот последние 3 года, значит, вот мучают их протечки, одолевают. И сразу стоп, вот мне непонятно, почему, потому что, когда проблемы с мансардной крышей, конденсат, он проявляет себя сразу, а тут... Какой-то промежуток, все было нормально, и года 3 последних, прям жучащие уже по карнизам протечки. Вот. Ну да, есть тут проблемы с утеплением. Вот, сейчас я вскрыл черепицу. А здесь у нас, вот видите, гидроизоляция. Так вот, она уже вся пришла в негодность. Видите, она уже от жары вся такая... Или дешевый вариант какой-то был. Вся она, видите, она уже ничего не держит. Я думаю, что энное количество летом, 10-12 лет она еще как-то спасала. И вот последние 3 года, вот полюбуйтесь, ее по сути как бы уже нет. А гидроизоляция для штучной черепицы
это такой важнейший элемент. Она как бы страховочный. Потому что нехти какой. Герметичный этот материал считается. Связки из гидроизоляции, которая должна за борт отводить. Вот, в принципе, частичная проблема. Пока Василий меряет, еще пройдусь. Вот это вот, я был снизу, вот это место течет. Вот как раз там. Так. Вот яндовая, смотрите. Видите, прям туда. Как раз вот это первый момент. Вот. Кстати, дерево уже гнилое. Обветшало. Так, где-то я еще что-то видел. А, вот. Вот лопнувшая. Еще одна. Тут что-то лечили, понятно. Вот. И самое основное. Вот она, черепица кончается. Видите? Вот уже обветшало. Вот здесь же глыбы снега, они лежат. Вот, на саморезах. Все попадает под черепицу. Как раз вот тут протекает. Так. Вот есть в чуланчике единственное место, которое мы добрались. Там все гипсокартоном зашито. Ну вот, смотрите. Как я и предполагал, пароизоляции нет. Тут две пятерочки, но они такие, плотность слабая. Как бы номинально это считается 10 сантиметров, но сплошная брешетка, и вон уже, я вижу, вижу доски гидроизоляции вот это. Вот, пожалуйста. Тут функцию пароизоляции выполнял оргалит частично, но все равно этого недостаточно. Вон потеки, видите, какие. Вон по карнизу, вон потеки. Все это надо переделывать. Так, приехали мы на объект. Вот здесь леса стоят, ребята что-то делают. Вот, мастера сразу собирали леса. Перестали собирать, чтобы нам, может, доступа не было туда. Двускатная крыша. Это у нас Grandline. Grandline. Так. Кукушка. Пластиковая желоба. Но что-то там заказчик на эмоциях все в кучу сваливает. Столько вопросов. Сейчас будем разбираться. Ну, что-то уже не пошло, раз уже недоволен. Говорит, ну, такой сумбур не разбирается в строительстве. Но что-то подозревает, что не так. Так. Ну, слава богу, резали не болгаркой. Это уже хорошо. Эх. Рубай. Так. Капельник. Капельника нету. Просто гидроизоляцию вывели. Вот она болтается. Видите? Так. Саморезы хоть на месте. Хоть обрешетку правильно сделали. Ну вот же ведомость. Пленка пароизоляционная Grandline. Алюмикс, вот это блестяще, все сходится. А эта мембрана супер диффузионная Grandline 130. Все у вас, все что в накладной, все здесь, только ее перепутали стороной. Вон видите, как кукушка, вон, например, соседний домик дачный. Вот у нее же вынос за счет обрешетки, видите, как аккуратно софитом сделано. Вот кукушечка тоже. А здесь не сделали напуск. Как-то так все. Слушай, Володь. Да. А вот про устройство пирога хотел спросить. Это же холодный чердак. Да. Вот. Я просто хотел, а почему пароизоляцию вот ты сверху сделал? Это же парабарьер. Ну, фанер.
Ага. Ну, это не фольгированная, это простая. Ну, простая, по изоляции. Да. Не фольгированная. А да. Что она блестящая? Ну, какой мне предоставил заказчик, такой и поставил. Какую заказчик? Это не фольгированная. А какая? Ну, обычная. Обычная. А пароизоляция, она где? Она сверху? Снизу. Снизу. Снизу и сверху ставится. Снизу и сверху? Ну, в такой комбинации, вот как сейчас здесь, вот мембрана у тебя снизу, а пароизоляция сверху. Угу. Мне кажется, что-то перепутано. Да, мне кажется, нет. Нет? Что, в смысле, вот как есть, то это правильно. Да? Да. Хорошо. А, значит, пароизоляция, то есть мембрана же дышит? Мембрана? Да. Ну, это пароизоляционная мембрана. Пароизоляционная мембрана? Да. Это же не просто для скатной кровли. Нет. А стоит внизу. Нет, это не пароизоляционная мембрана. Почему не пароизоляционная? Это супердиффузионная мембрана. Ну, так вот, смотри, если ты не знал, я тебе докладываю. Пароизоляция – это парабарьер. Она ставится внутри помещения. Для чего? Чтобы блокировать тепло, влажный воздух, оно не попадало в утеплитель. А задача мембранной пленки, какой-то все равно при нагреве дом будет там зимой плюс 20, плюс 25, в утеплителе какой-то, ну, нагреваться тоже он будет. И задача мембранной пленки, как бы остаточной, как сквозь клапан, себя вывести на холодный чердак. Поэтому, Володя, ты здесь немножко перепутал сторонами пленки. Хотел, а почему пароизоляцию вот ты сверху сделал? Это же парабарьер. Ну, фольгированная. Ага. Это не фольгированная, это простая. Ну, простая, ну, пароизоляция. Да. Не фольгированная. А что она блестящая? Ну, какой мне предоставил заказчик, такой и поставил. Какую заказчик? Это не фольгированная. А какая? Ну, обычная. Обычная. А пароизоляция, она где? Она сверху? Снизу. Снизу. Снизу и сверху ставится. Снизу и сверху? Ну, в такой комбинации, вот как сейчас здесь, вот мембрана у тебя снизу, а пароизоляция сверху. Мне кажется, что-то перепутано. Да, мне кажется, нет. Нет? Что, в смысле, вот как есть, то это правильно. Да? Да. Хорошо. А, значит, пароизоляция, то есть мембрана же дышит? Мембрана? Да. Ну, это пароизоляционная мембрана. Пароизоляционная мембрана? Да. Это же не просто для скатной кровли. Нет. А стоит внизу. Нет, это не пароизоляционная мембрана. Почему не пароизоляционная? Это супердиффузионная мембрана. Вот. Так вот, смотри, если ты не знал, я тебе докладываю. Пароизоляция – это парабарьер. Она ставится внутри помещения. Для чего? Чтобы блокировать тепло, влажный воздух, оно не попадало в утеплитель. А задача мембранной пленки, какой-то все равно при нагреве дом будет там зимой плюс 20, плюс 25, в утеплителе какой-то, ну, нагреваться тоже он будет. И задача мембранной пленки, как бы остаточной, как сквозь клапан, себя вывести на холодный чердак. Поэтому, Володя, ты здесь немножко перепутал сторонами пленки. Вот такая история. А? Все, я услышал вас. Такая история. А почему, вот смотри, Володь, ты не сделал вот обрешеткой вынос? Да, это изначально как бы... Ну вот смотри, даже вот на соседский дом. Ну вот дом. Есть ошибка, да. Я с этим не спорю. Это изначально, что-то изначально сделали так, и спросили так, так делали, да, да, все так. Все окей, все окей, окей, все, мы закрыли. Там заказчик, он не должен все понимать. Он там экономист или еще кто-то. Вот, он, и я что-то просто по зоопарке. По зоопарке. И карнизный свет тоже, вот, согласись, неправильно ничего. В смысле? Ну, то, что мы рисовали, но... ты мне же не так говоришь. Ну, в смысле? Ну, вот мы рисовали внизу на бумажке, но... не так же ты говоришь мне. Я вверх же поднялся, там не так, как ты мне рисуешь. Ну, меня ребята так ставили, мне объяснял, что ребятам надо поставить вот так. Не, подожди, ну, так ты знаешь, как у тебя стоит, или ты не знаешь?
Или ты им сказал, но не знаешь, как у тебя поставили щеки рисовали. Сейчас посмотрю, замерзло. Еще раз перепроверю. Под пленкой у тебя ничего не, нет никакого капельника. Это я тебе 100% говорю. Я сейчас туда залазил. Мне точно зарезал, мне там все равно работать. Вкладывается баня, чтобы не уходило тепло. Причем тут зеркальный фон. У нас сейчас кладется пара изоляции, утеплитель сверху. Боль железа кладется тетра. Она еще фольгирована, я не понимаю, куда ее надо сводить, это фольгировано. Ну, у вас, вы в курсе, что происходит на объекте? У вас пароизоляцию на перекрытие они сверху утеплителя положили. Я вчера там был, пароизоляция черная, которая лежит внизу, да. Которую заказчик говорил, что надо к стене прибивать. Как она лежит сверху? Так, а это не пароизоляция. В том-то и дело, это супердиффузионная мембрана. А она снизу. А все правильно подобрано, только перепутали. Вот эту черную надо было наверх, а фольгированную, блестящую, надо было снизу. Наверх утеплитель, пароизоляция? Пароизоляция у вас блестящая, фольгированная. А черная это супердиффузионная мембрана. Ее надо было сверху. Перепутали сторону, ну, как бы, одну, вот эту блестящую надо было вниз. Черная это не пароизоляция. Это супердиффузионная мембрана. У нее есть, она дышит, пропускная способность. Ее надо было наверх, а блестящую пароизоляцию, фольгированную, надо было снизу утеплителя. Я там был, ребята, сейчас, ладно, я пригодился, звонюсь. Я вам перезвоню, когда Андрей есть. Там, правильно там было? Ну, ничего там неправильно. Сторонами перепутали. Соскочил. В интернете Grandline супердиффузионная мембрана Grandline 130, высокая пропускная способность, монтируется сверху утеплителя. Я вас вот хочу обрадовать. Хоть как вы можете что угодно мне говорить, она сверху утеплителя. А зеркальная... Не пароизоляция. Вы мне что вы мне бетон и насосы начинаете? Это не пароизоляция. Это что? Я ему, конечно, да что он на вас, он ушел и все, кивнул головой, ничего не говорит. Я вам еще раз говорю, ну мое дело передать заказчику, а там решайте сами. Все, давайте. Сейчас дам. Алло, Максим, ну действительно, а вот это... Здравствуйте. Здоровый. А вы кто? Сосед? Я хозяин. А, хозяин. Твой отец, да? Да, я его папа. Ясно. Так. Какой будет вердикт? Ну как, сейчас вам, подождите. Вердикт, как говорится, будет хороший, будет у вас хороший дом, построите... Все будет тепло, не переживайте. Ну, сделали как? Ну, кое-что надо переделать. Немножко так подкорректировать. Сын все расскажет вам. Они же что, все уже вагонкой забили, да, здесь? Да, самое печальное, мне кажется, это... Представляешь? Вот там... они... Ну, заказчик, по итогу хочу сказать, уже настроен так решительно, хочет с ними расторгнуть. Он... Ну, это уже меня не касается, будет с владелец сам разбираться. Все, до свидания. Хорошего. Спасибо большое.